Я с Николаева, я здесь живу. Ну, я моряк, я механик. На днях пришел с рейса. Я скажу из такого принципа, что в данный момент каждый должен помогать тем, что он может, что он умеет. Соответственно, это я могу. Ну, вот и все. Самая уникальность вообще это всей техники военной. Самое, что есть уникальное. Она вообще слишком простая. Она вот реально ремонтируется гаечными ключами. Любая иностранная техника? Не-не-не. Ты бы ее не смог, просто вот обычными наборами ключей ты ее не смог ремонтировать. Можно запускать. И... Машина готова. Надо бас. Сейчас каникулы, я закончил 7 класс, учусь в 4 гимназии. Есть чувство гордости, патриотизма, то, что ты не просто пошел там, спел гимн где-то с друзьями или что-то еще, а именно делом помог, то, что может действительно кому-то спасти даже и жизнь. Немного чего, просто что-то помочь подать, то что-то почистить, что-то прикрутить, открутить, такое. Папа предложил, я согласился, ну, сейчас идет война, все-таки надо помочь, за нас гибнут люди. Когда даем мы клич в Фейсбуке в нашей волонтерской группе о том, что нужны такие-то люди с такой-то квалификацией, то очень много людей отзывается и местные, и приезжие. Многие люди не могут помочь деньгами, ну это понятно, да, кто-то там не располагает свободными средствами, но при этом патриотическая позиция заставляет его все равно говорить: я не могу деньгами, давайте я могу чем могу.